Андрей, вот мисс Карсуман. Вовку-то не видно. Я бы испустила в камеруне. Хорош. Ну что, пошли. Пошли. Пулечка. Ну ты за... Ты подними повыше, что ты? Ой, тут еще одному надо. А еще одного пока. Вова, Андрюша, вы тут стоите с вами забрали. Они все за тобой сейчас будут ходить. Ну да, не губа не дура. Андрюшка, немножко наклони, чтобы ему было удобно взять. Воняет. Кто воняет? Я наклоняю. Кто воняет? Андрюха, ну он не может взять. Как? Вот так вот. Видишь? О! За это погладить разрешает. А если не кормят, тогда не разрешают. Видишь, как он хорошо ест? Вовке дайте покормить-то. Вовку будешь кормить? Я уже покормил. Неудобно его держать. А ты, Андрюшка, не хочешь? Я кормил. Это мама кормилица верблюдья. Да, Вова! Нет! Тут, по-моему, иерархия. Он черный к тебе пришел. Черный? Андрюшка, покорми ты это. Да, пуля. Да. Блин, вот этого надо уже, по-моему, отбить, по-моему. Разверни, чтобы где-то тебя видел. Ну как тебе тут? Давай. Да, вот карточка. Спасибо.
Спасибо. Можно встану? Не-не-не, Андрюшка будет кататься, а Вова будет здесь смотреть. Ну, потом на Вову посмотрим. Не-не-не, Вовочка, Андрюша катается сейчас. Андрюша катается, Вова смотрит. На верблюде он поехал, люди давятся от смеха. Классно! Да, Андрюша там катается. А потом я кататься? Ну, потом ты, ладно. Потом я кататься. А мы сейчас с ней договоримся. Бабочка. Сколько будет? У меня бабочка. Я вам сейчас заплачу. Зачем ехать в Турцию, Арабские Эмираты? Зачем куда-то ехать? У нас и родной Латвии. Можно покататься на верблюде. Хочу к дедушке пойти. Дедушка сейчас видишь? Сейчас дед поговорит с ней, может, тебе покатает. Андрюха катается. Андрюха катается. На верблюде, да? Давай, сейчас сложусь. Вову не забудьте. Так ей и надо. Вова, ты держишься там ручку? Места мало. Thank you.
Маму тоже снимать, что ли? О, молодец, хороший. Хороший. Да, хороший, хороший. Андрюш, отдай, отдай это самое. Хороший, да. Спасибо. А, ну вот я за эти деньги мороз. Ну ты к дедушке спрашиваешь. Ну купи, купи. У вас же батут есть, вам эти прыгалки-то, собственно. Это моя искренняя вода. Давай, перчатки. Очень кудрявая. Хоть бы что, дрыхнуть. Тебя погладить можно, где? Ну, погладь, погладь ее. Хорошая. Вон еще одна бежит, да. А это маленькая. Вот ты свою красную мелочь насчитывай в кошельке, что там. Тут мы там насыпал. И еще там маленькая. И там совсем там маленькая. Ой, как она вылезла. Посмотри. О, погладь ее. Это можно погладить.
Рожки, Боба, смотри, у нее рожки есть. У нее есть рожки. А какие? Ой, какие рожки. Хорошие. Она может говорить бе, да? Да, она скажет, скажи бе. Скажи бе. Бе, скажи. А это не может сказать бе. Ой. Бе. 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 Скажи. Скажи бе. Скажи бе. Хорошая. Бяша. Это овец. Холмов уже писать хочет, да? Хочет писать? Нет. Это хочет овец и так бывает. Да. Ну не погладь ослика. Туда не лази, Вова. Не лази, не лази, не лази. А чё? Ну потому что не надо лазить, потому что поломаешь. Вон можно с тем еще, с обзалом.